пошла вроде бы. Здравствуйте. Мы на игре Drift Club. И сейчас мы познакомимся с нашей машинкой, на которой будем ездить. Называется оно Renault. Вот. Если подойти сверху, нет. Вот. Ну вот она так выглядит снаружи. Ну теперь давай-ка посмотрим, чего там внутри. А вот и внутри. Вот она. О, сзади у нас есть сидушечки. Хэтчбэк. Внутри такая удобная штучка. Хэтчбэк. Ой, и выйдем, посмотрим, что на улице есть. А вот колеса не увидишь. Все. Вот она. Сзади. Простая машинка. Все. Садимся. Хэтчбэк. Вот. Я уж для вас отрегулирую, чтобы видно было все хорошо. Вот. Тут три педальки. Скорее всего, не педальки, это автомат. Хотя он похож, короче сказать. Да, вот у него есть драйв. Это автомат, да. Автоматическая коробочка. Ладно, все равно у нас тут три круга. Куда мы? Есть. О, три круга ездить надо. Так что можно начинать заезд. Вот. Это я уберу, чтобы симпатичнее было смотрелось. Вот. Ну, уж на таких машинах, извините, управлять очень и очень легко. Надеюсь, что не врежусь. Вот уже 140 км в час. Сейчас мы их тут быстренько нахлобыщим. Хэтчбеки. Это моя слабость, я на них езжу. У меня, правда, Ford Focus. Но вот, это легко управляется. Правда, придется потолкаться. Уж без этого здесь никуда. Один уже, вон, видишь. Снижаем скорость на повороте. Не жмем ни на газ, ни на что. Вот она, вот она. Вот, вот. И тут чуть-чуть снизим скорость. А тут на плеху, на всю катушечку. Вот они. Вот, сейчас у нас будет бум. Нет, не побило. Почти без аварии прошел. Прекрасненько. Вот. Вот смотри, тут... Тут может быть авария и занос обязательно. А мы не будем нога жать. Потихонечку выйдем на трассу. Вот. Чтобы не врезаться. Ну ладно, первый круг промахнулись. Че, зато на втором мы их сейчас нагоним. 179 даже, ух ты. Я по прямой так не развивал. Не, больше ездил. Мы когда в Польшу ездили, так там я 180 гонял постоянно по дорогам. Но только по прямой. О, это кляча почти 200 может. 200 выжил, ух ты. Неплохо. Давай-ка снизим скорость. Но без всяких резких движений, чтобы машину не занесло. Тут газика подбавим. На повороте снизим газ. Уберем. А вот здесь добавим, чтобы быстрее пошел. Че, симпатично, конечно, Рено смотрится. Давай-ка снизим газ. Мы тут всех их перебьем нахрен. Тут немножко снижаем газик. Тут добавляем. Еще чуть-чуть снижаем. Добавляем и вперед. Вот мы уже и первые. Вот, а теперь все. До свидания, папа. Родимый, вот тут попробуем на повороте. Ну, может вынести на травку. Вот. Тогда я получу награду газонокосильщика. Ну и все, в порядке. Ну, что-то она слабоватенькая, конечно, машинка, но ничего, хорошо едет.
Вот тут давай снизим скорость. Ух ты, молодец. Думаешь, обогнать не получится. Огромное удовольствие. На настоящей машине так не поездишь. Тут можно биться, врезаться, все что угодно. Последствия минимальные. Нет встречного транспорта. О, ой, 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 что там это творит такое? Вот, а на настоящей машине такого не вытворишь, убьешься. На настоящей машине нужно аккуратнее, только не везде, можно тоже кое-где погонять. Тут тебе по кочкам гоняй, прыгай, где попало, короче сказать. Ну, Drive Grip, Club, Club, мне не нравится то, что там нету гонки по грунтовке, про грунтовой дороге. А вот Gran Turismo Sport, там есть такая вот опция. Во-первых, во-вторых, здесь очень скользкие автомобили. Тут нужно очень аккуратно ездить. Потому что чуть не так сделаешь движение, все тебя в занос. И ты вылетаешь с трассы, обязательно совершаешь аварию. Вот. Немножко скользковато. Это чем-то напоминает, как будто ты зимой ездишь. Вот по льду. Вот. В остальных случаях... Что-то есть правдоподобное управление, как в настоящей машине. Но зато есть еще выбор, тут всякие машины есть. Вот, о, уже меня начинает догонять. Нет, обойдетесь. Ну что, неплохая машина Renault, показывает километраж, все можно видеть, где снижать, где повышать скорость. Ну все, с первым местом, господа. Ну ладно, попробуем еще одно записать, если получится. Гонка. Шотландия. То же самое. Но теперь мы возьмем чего-нибудь помощнее. Электромобиль нет. Я возьму свою любимую машину. Сейчас я вам покажу ее. Это гибрид, чем-то напоминает Toyota Prius, только в американской версии. Вот она, гибридный. Вот, Renault, Renault. Нет, Peugeot, Peugeot, ах ты, вот оно в чем дело. Peugeot, знакомо. Ездил на таких. Вот. Ну все, вот она как выглядит сверху, вот как она выглядит снутри. Вот тут сбоку стоят камеры вместо зеркал. Вот, если сверху посмотреть, вот. Вот, такая довольно скоростная машинка, очень обтекаемая, низкая посадочка. Вот. Две сидушки, и тут уже сзади как бы... Надо ее чуть-чуть вперед подвинуть. Вниз и вперед. Ко мне вот так вот. Вот так вот она как раз ко мне приседает. Ну ладно, поехали, посмотрим. Машина-зверь. Разгоняется в считанные секунды. Есть у ней тоже устойчивость хорошая на дороге. Уже 200 км в час идет. Она такая более устойчивая. Я на ней тоже много призов получал. Тут электродвигатель вместе с этим идет, короче сказать. Вот, электродвигатель идет вместе. Тихо-тихо. Тут притормозим, надо провод убрать, чтобы он не мешал управлять. Ну, а теперь поехали.
Ну что ты мне? Совсем другой класс, совсем другие скорости. Ну-ка, а как насчет дрифа? Ладно, давай-ка используем пока мешок. Что-то ты меня расстраиваешь, дорогуша. Так дело не пойдет. Ну, травы не надо. Мы не знаем, где мы их сейчас нагоним. Да что это такое? Блядь, лазят тут, мешает мне. Это нечестно! Ты, вот я через тебе фигу в жопу засунул, блядь, пристал ко мне тут. Урод. Ну вот, и да выпендривался. Ладно, посмотрим, что дальше. Тут зараза. Опять траву косить. А вот так. Ты куда лезешь, ты чмо вонючая? Дай-ка я тебе к жопку пристроюсь. Вот гнида, а? Успел. Давай снижай скорость, иначе тебя вынесет нахрен. Да, туп, твою мать! Ну, где твои батарейки, вонючие, сдули, что ли? К сожалению, второе место.